Друзья, всем привет! Прошло не так уж и много, но и не так уж и мало времени после съемки первого видео по жуку. Сейчас расскажу, что у нас тут нового. Чуть-чуть перебрал его, переразместил все, перепаял. И вот что у нас получилось. Сразу видно, что антенны приемника переехали назад. Вот таким образом. Потому что здесь они не понравились, во-первых. Во-вторых, приемник развернулся. А развернулся почему? Я, когда это все размещал в тот раз, не обратил внимания, точнее забыл, что вход от приемника спереди АПМа, а я поставил так, что сзади не дотягивались провода, поэтому пришлось развернуть, но и тем лучше, так как-то поинтереснее. Убег занял свое место, все распаялось на плату распределение питания. Вот, на убег припаял, от него отпаял его штекеры, припаял выход для камеры, для HDCam 4000, которая здесь будет впоследствии стоять. Также от нее на FPV вот выход есть. Я его не убираю, посмотрим, может быть пригодится, то есть отрезать всегда успеем. Камера будет стоять вот здесь, то есть провод будет подключаться вот так к камере. Это будет питание и заодно, возможно, передача видео. Что дальше? На GPS-антенну не стал я ставить стойку, которая у меня, она металлическая, там она тяжелая. Заказал полностью пластмассовую, коротенькую складную стоечку. Будет вот так стоять. Ну, возможно, складываться не будет, то есть провод обматываться вокруг стойки будет, и будет вот так вот антенка стоять над камерой. Надеюсь, что винты и антенна камере мешать не будут. Самое главное, чтобы ничего не попадало на видео. Вот что. Что еще у нас нового? Ну, в принципе, все, наверное, распаял, подключил, припаял контроллер заряда, вывел XT60 вот так вниз, но это будет убираться, потому как, кстати, сделал сборочку 4S. Это 4, здесь 18650. 2300 миллиампер часов. Так. 4S, все банки 14,6. Первая. Ну, короче, все нормально. 3,7, 3,4. Он еще не заряжался ни разу. 3,6. 3,7. Вот такой аккумулятор. Вот. Он будет у нас стоять внизу. Общий вес у нас получился. Я рассчитываю, то есть после сборки будет общий вес жука в районе 600 грамм. Не более, чуть меньше может, но не более, я думаю. Надеюсь. Вот, моторы будут с тягой килограмм 24 грамма на мотор. Вот, все, осталось ждем моторы и продолжим сборку уже окончательную. Вот такой вот кратенький. Смотрите, сейчас я вам вставлю видео с взвешивания с его. Я с вами прощаюсь, подписываемся на канал, ставим лайки. С вами был Мэнс Channels, всем пока. Итак, сборочка 4S 192 грамма, сам коптер 242, так, вместе с батареей 434, ну, накинем пищалочку, 443 плюс 120 грамм на моторы, выходит 563, и камера где-то 600 грамм он будет весить. Вот так вот. Ждем мотор и продолжаем сборку.